Так, от після новин переходимо до нашої бадьорої студії «Правда Total Life». Давайте так, я вам зараз коротенько розкажу, хто сьогодні у нас прийшов на першу частину, а режисери покажуть це на екрані. Значить, у нас Ілона Ярмоленко, модель, актриса, викладач моделінгу, популярна фотомодель, красива і чудова. Ну, давайте вже представляти Ілону, друзі. Слухай, я думаю, що після такого представлення, ну, взагалі вже більше не потребує. Взагалі дуже, дуже класно бути розумною, гарною і красивою, дівчиною, і молодою, і взагалі що ще потрібно. Що ж треба для щастя? Спасибо большое. Так, ну що, давай поговоримо про моделінг в Україні. Так, давайте. Так. З удовольствием. Давай розпочнемо з найбільших складнощів. Всі хочуть стати моделями, але не кожний це виходить. Во-первых, это сейчас конкуренция. Так. Очень большая. С каждым годом все больше конкуренции, особенно у нас по Украине. С каждым годом у меня больше, всего больше учеников. Приходят, все хотят быть моделями. Так. Четко. Да? Но здесь главная трудность в том, что нужно уметь выделяться. Нужно уметь выделяться, нужно найти себя, нужно найти свои особенности, да. Не быть типичной моделью, которая вот сейчас за границей работает, подиумные модели, да, то есть потому что, смотря, даже прийти на кастинг, смотря на девушек всех, все одинаковые абсолютно. И вот это вот единственный момент, который на самом деле вот модели не дают продвигаться. Продвижение, особенно я говорю сейчас про Украину. Вот, нужно уметь выделяться, нужно уметь найти себя, нужно иметь харизму. Вот, и недостаточно просто быть красивой, к сожалению. Слушай, Луночка, да. Ну, вы, ваша задача, в принципе, так, и да. Допомагати, знайти ту харизму, так, да. Знайти чим, пояснити, як виділятися. От що найголовніше, чому ви вчите, так? От якщо приходить да. Дівчина, в принципі, стандарти, ну, фігура, все співпадає, але не вистачає якогось там родзинки. 90-60-90. Ні, ні. Вже не працює. До речі, вже змінені, так? Вообще, да, сейчас нету ідеала. Я так скажу. Нет идеала. Главное, чтобы была пропорция красивая. Да. Не важен рост. Я вам даже так скажу, живу по собственному опыту. Конечно, если это говорится про подиумных моделей, которые работают только на подиуме, то, конечно, там есть какие-то требования. А вообще, если фотомодель работает для журналов, для каталогов, для брендов, то как бы там нету особых причин, да, чтобы вот закрываться и не приходить на кастинги, не пробовать себя. Главное, пропорции хорошие, да. Чтобы были. Не важен рост. Не важен рост, главное типаж, чтобы был. Вот типаж, это есть этот секрет, который не все девчонки понимают и правильно преподносят на камере, ну, как бы... А вот в чем он, что такое типаж взагалі, вот типажность, да, так? Типажность, вообще есть несколько типов моделей, да, вот, например, strong face, baby face и так далее, да, то есть не буду сейчас об этом говорить, но типаж это в первую очередь выделяться только лицом, только взглядом. Есть в моделинге такое слово, особенный взгляд, то, что я преподаю только для своих моделей и рассказываю, как выделяться только смотря в кадр, только смотря в кадр и как выделяться только на этом. Только рассказываю своим моделям, к сожалению, не все педагоги это преподают сейчас. Слухай, а от у мене таке питання. Дивись, ти своїм моделям це викладаєш? Ну, от ми з Катєю зараз. Да. Чи могли б ми бути моделями? І Катя, і я. Да. Да. Ну, попробувати можна, звісно. Ні, ну спробувати то можна завжди. Якщо про типаж говорити? Так. Про типаж. Возможно. Да, есть типаж у вас. Хороший. Так, а Катя? Катя, ну, классическое лицо, в принципе, рост хороший. Я бы пошла на вашем месте больше на подиум, не на фото. Ага. Буду на подіум, ну що ж таке. Але тоді цукерки не можна їсти, мені це не підходить. Так, тому що є... Я буду їсти за тебе. Різні типи, є, звісно, моделі подіумні, є і фотомоделі, от вони відрізняються. І головний міф, що не існує фотомоделі. Це просто я всі соцсети просто баню, тому що на самом деле існує фотомоделі і є фотомоделі. Я фотомодель, яка працює вже в цій сфері вже 6-й рік. Вот. І як би... Так. Вот так. Мене ще цікавить, знаєш що? Ти сказала про особливий погляд. Да. Як нам з Катєю випрацьовувати цей особливий погляд? Ти як викладач? Да. Ну тут різні моменти, на самом деле, є. У кожного є своя посадка бровей. Своя да. Форма глаз. І нужно это... Користуватися да, цим. Да, этим так. Пользоваться. Да, это очень важно. Ну, все секреты расскажу, конечно, рассказываю только на своих занятиях. Так, от так. Зробиш нам майстер-клас? Ну, дивись, я просто чого питаю, бо колись, да. Я пам'ятаю дуже гарну ситуацію, ми в школі там фотографувалися, мені кажуть, Сербін, зроби нормальне лице, я стою,
А, нормальна, це значить посмішка така натягнута, знаєш, така стандартна. Значить, бетону поїв. Пішов на стройку та поїв бетон. І от як правильно дивитися, щоб поглядом виділятися? Да, говорю про взгляд. Розкажу, звісно, во-первых, взгляд должен быть не напряженный. Взгляд должен быть расслабленный, слегка глазки должны прижмуривать. Якобы мы хотим кого-то соблазнить, я говорю сразу моделям, да, то есть вот представим, если мы девушки, да, мы хотим соблазнить мужчину-парня, да, у нас есть лисичий взгляд, который мы выделяем. Так. У вас то же самое. У вас то же самое у мужчин, то есть у вас просто... Я не хочу зваблювати хлопців. Просто представляете девушек-женщин, да, то есть и напрягаете взгляд слегка, ну то есть не то, что напрягаете, вот, да, то есть слегка он должен быть расслаблен и бровки слегка опущены. А ну давай, давай я зараз спробую на камеру, а ти скажеш, виходить у мене чи ні? Так. Мене зніміть, будь ласка, я буду вас зараз зваблювати. Ось так. Так. Да, и правильный наклон головы должен быть, слегка наклон головы на рабочую сторону модели. Да. Так, да, ну що? Да. Ну що, чоловіки, у мене вийшло вас звабити? Да. Очень интересно. От я зараз бачу, соціальні мережі розриваються. Катя спокусниця. А ну тепер Макс, давай. Давай. Ну все, всі жінки твої. А? Може без улыбки просто. Даже спокойное лицо. Да, слегка опущен подбородочек. Да, да. И легкий такой непринужденный взгляд, якобы вот вы хотите кому-то понравиться. Да, да. Ну, на мене можеш не дивитися, ти мені і так подобаєшся. Я думав, ти скажеш, та, хлопець, іди звідси, нікому ти не подобаєшся. Слухай, от у мене ще таке питання з приводу заробітку, так? Чи може бути це заняття дійсно приносити гарні гроші, от фотомоделі? Да, дуже популярний вопрос. На самом деле, якщо ти знайдеш себе, тебе знайдуть. Тому що ця сфера, її потрібно любити і розуміти. В том плане, что большая конкуренция, особенно если мы говорим про Украину, да, ну, в основном я работаю по Украине. Я говорю собственного опыта, как я вижу, как я это понимаю. Если говорить про Украину, то большая конкуренция и может быть месяц, вот прям классно, почти каждый день у тебя есть какой-то контракт, там, либо релизы ты подписываешь, да, есть месяц, спокойно. За тысячу. Так. Может быть, полгода, прям вообще класс, полгода, либо год, ну, как бы не очень, да, то есть, ну, там раз через раз выстреливает. То есть вот здесь главное вот показывать себя, толкать себя, кастинги, увидела кастинг, сразу пошла. И главное перевоплощение вот здесь, самое главное, потому что чтобы модели даже некоторые не умеют улыбаться. Це як? Вот так. А у них есть, это самый важный момент, который я хотела сказать, кстати, в эфире. То есть я, когда работаю на фотосессии, параллельно со мной работают модели. То есть я снимаюсь, потом она снимается. Говорят, улыбаться, она не умеет улыбаться. У нее настроено фэшн лицо, то есть просто злое лицо. Ага, тут это не бы маска такая же, так? Работа в платьях, она не может, ну как бы нужно перевоплощаться, да? То есть поэтому в этом есть причина и проблема. Нужно уметь перевоплощаться, но к чему я это веду? Что не все кастинги ищут только одинаковых типажей. Да. Нужно уметь выделяться, то есть уметь перевоплощаться. Угу. Проходить школу, курс Илоны Ярмоленко, который стартовал уже, позже расскажу тоже. И на курсе своем я вот именно... видавлюю з моделі не тільки модель, но й актрису. Тобто, чим більш універсальніша буде модель, чим більше вона буде вміти, тим більше шансів вони більше кастингів пройти і заробити. Чим більше вона перевоплощається, тим, звісно, більше заробіток одразу. Тому що вона може і той кастинг пройти, і той кастинг, і взагалі пойти кастинг в кліп зніматися. Понимаете, да? То есть... Мене от цікаво, знаєш, ти казала про конкуренцію. Дивись, в балеті там в пуанти бите скло підкладають, щоб балерина не могла танцювати. Що є в моделі? Нічого. Есть дружба. Дружба. Нет, раньше такое было, это было еще во-го-го-го. Сейчас это миф. Да. Сейчас такого нет. Наоборот, сейчас модели друг друга поддерживают. Даже когда я вижу девочка, ну, видно, не профессиональная, но красивая, да, она работает, я ей могу поставить на фотосессии, она работает, и я могу ножку так поставить, лучше ручку так, то есть мы помогаем друг другу, поддерживаем. Тобто зараз панує дружба. Да, сейчас, наоборот, это дружба. Это дружба, то есть бэкстейдж, у нас Инстаграм, мы делимся историями, то есть меняемся номерами, контактами, возможно, для дружбы в дальнейшем. То есть, ну, это интересно, на самом деле. Сейчас такого нет. А слухай, какие недоліки у моделей?
Ну, щоб бути моделлю, наприклад. От я хочу бути моделлю. А, тобто, що заважає найбільше, плюси, так? Плюси я розумію, так. А які недоліки? Підводне каміння. Підводне каміння. Хорошо. В першу чергу, це неуміння... Это нужно познать себя. Угу. То есть просто девочки, которые приходят, вот я хочу стать моделью, да, но она ничего для этого не делает. А, все. На самом деле сейчас каждая может быть моделью. Угу. Плюс сайз сейчас очень актуально, плюс сайз. Так, до речі. Да. Но, але тут давай уточнимо, що плюс сайз, наскільки я знаю, це не значить, що ви можете бути такою пухленькою. Да, да, вот, да. Это должны быть пропорции правильные и тело подтянутое. Підтягнуте все да. Одно. Конечно, да. Лицо должно быть тоже подтянуто. Если плюс сайз, это не должно быть 10 подбородков. Да? То есть это... Эстетично все має бути. Это должно быть красиво. Даже когда, если идет показ купальников либо белья, это должен быть красивый животик, даже если он не пресс не видно, да, но это подтянутый живот, да, то есть ножки красивые. То есть вот это вот все, конечно, формируется моделью. То есть модель должна за собой ухаживать в первую очередь. И неважно, низкого роста, высокого роста, худая, толстая, вообще неважно. То есть это первое, первый аргумент, который вот я требую от своих моделей. Угу. Если же я вижу, что они не хотят работать, но просто как бы... хотят себя узнать, я им помогаю в этом. Потому что ко мне приходят модели абсолютно разного настроя, uh-huh. да, особенно разных целей. То есть здесь просто я преподаю маленьким деткам у 5 лет до моделей возрастных, uh-huh. то есть это 30+, у меня есть по 50 лет модели. То есть и есть женщины, которые приходят просто уметь красиво ходить, ну научите меня красиво ходить. Uh-huh. Есть женщины, которые я хочу классно позировать, но после месяца занятий. Мені нужен кастинг, я хочу вже по кастингам ходити. Я вже хочу бути моделлю. Так, да, я вже тренуюся, я посідаю. Це так, це говорить про те, що людина починає вірити у себе, да, бачить себе по-іншому. Так, да, і це дуже приємно, звісно, тому я люблю свою роботу в цьому плані, коли ти бачиш перевоплощення, да? І от це от саме головне, щоб вміти перевоплощатися і знаходити себе. Так. Вот. Слухай, а із тих, хто до тебе приходить на курси, якою моделлю ти пишаєшся найбільше? Я така у тебе. Ученица? Так. Нет, у меня нету двоечников, нету нелюбимых и нету любимых. Mm. У меня все лучшие. Потому что если мои модели, значит, мои лучшие всегда. Ого, це круто. Нету. Це заявка на успіх. Це одно. А от взагалі, який найгірший варіант? Все одно ти всіх любиш, ми це зрозуміли, yeah. але найгірша позиція людини, от приходить дівчина, yeah. так? Що найгірше от у ній для тебе от в роботі, якщо ти, ну, ти знаєш, що вона найменш шансів у неї якось досягнути успіху. Це якщо людина не хоче змінюватися. Успіху в плані модельної роботи? Так, так. Модельної роботи. Ну, вона тоді я вже конкретно їй говорю, то есть, які у вас цілі? Якщо у неї ціль работать, в плане работать, зарабатывать на этой сфере, да, и у нее нету мотивации какой-то, нет, да. Вот она не перевоплощается, тогда я ей конкретно говорю. Извините, либо вы работаете, либо же давайте как-то решать эту проблему, потому что, ну, как бы я не могу продвигать модель, в которой я не уверена. Угу. Вот. Она может красиво ходить, красиво позировать, но не перевоплощаться. Это так, самый перевтілення. Момент. Слухайте, да. Як цікаво. Перевоплощаться – це дуже важливо. Слухай, да. Ти викладаєш моделінг. Може, ти покажеш нам з Катею щось? Що іменно? Як правильно позувати, наприклад. Бо у мене з цим проблеми, я тобі серйозно. Ага. Я не вмію фотографуватися. Да. Наталі, ми можемо встати на загальний план? Можемо, так? О, давай. Так. Давай, так. Коротше, друзі, дивіться, майстер-клас від Ілони Ярмоленко. Так, угу. Ми зараз будемо вчитися. Ми будемо ходити зараз, модель. Так, щоб не падати. Позірувати чи ходити? Давай краще позувати. Позувати. Позірувати. Ага. Так. Ага. Ну, взагалі, на самом деле, у мужчин і у женщин є некая різниця в позіруванні. Так. Звісно. Да? А якщо ж у нас є, наприклад, верхня одежда, о чому я говорю зараз, так? Так, да? Спідниця. Так, да. Катя просто красива. Ручки угу. на пояс. Да. От, до речі, так, от як правильно так сфотографуватися нам, да, щоб навдальше було? Ручки на пояс должны быть між пальчиками небольшой промежуточек. Угу. Пальчики должны быть в расслабленном положении, кисти вот опущены. Угу. Вот, и на талию чуть выше поднимайте. Да. Не втягивайте живот. Уже пресс. Ну як, це ж професійне втягування живота. Пресс нужно напрягать, то есть не втягивать, потому что корпус сразу растет у нас, да? Так. Пресс нужно напрягать. И свободное, то есть у нас идет перевес тела на заднюю ножку от камеры. Так. Угу. И свободная ножка может немножко вперед смотреть. Ваша задача, как вы позируете?
Так, я не знаю. Вот, например. Например, да. Так и позволяю, я не знаю. Правильная позиция. Это, кстати, самая глупая ошибка, если у мужчин, да, парни позируют таким образом, чтобы не кулак был внутри, а большой пальчик. Ага. Нет, вот нет, наоборот, здесь все пальчики видны, а там, да, вот это правильно. О, вже інша справа. Уже красивый, дивіться. Боже, я замерла, як статуя, я боюся поворухнутися. Можете міняти ручку, то есть эту опустить, эту опустить, да, корпус, угу. Да, и здесь то же самое работаем со взглядом. Так. Да, тут то же самое работаем со взглядом также. Если уже у нас пиджачок, вы можете просто сымитировать поправление. Нет, просто вот взять, вот. Так. Вот как вы поправляете, как мужчина. Да, только не в кулак, прям жестко, а то, да, слегка, да. Это одна может быть позиция, вторая позиция — поменять ручку. Поменять ручку. Ви знаєте, я так думаю, головне у цьому... Просто різноманіття позицій. А я от думаю, що головне, коли ти так стоїш, самому в себе не закохатися раптом, так? І не зачаруватися, як нарцис. А у вас же ж у модели рівна спина, так? Як її правильно тримати? Чи є якась техніка? Ні. Чи просто? Нерівна спина. Це раніше. У моделі були... А, я не могу это снять. Ладно, хорошо. Раньше модели были как струна, да, вот сейчас такие ровные, да. Нет, сейчас неправильно. Корпус должен быть ровный, а наши лопатки должны быть просто собраны. Оп, лопаточки собираем, лопаточки собраны, да. А у мужчин наоборот. Так? Наоборот. Расслаблены? То есть, да, если мы дефилируем, либо позируем, то корпус наоборот у вас вперед, то есть плечи вперед. А у нас, у девушек, плечи, корпус назад. Да, да, да. Тобто, якби в мене був прес і хоча б якийсь натяг на м'язи, то я б отак от плечі повернув би, і все було б. Да, нужно вот более корпусом работать, то есть плечи вперед, работать с корпусом, да, да, да. Корпусом. Да. А девушки, вот просто не нужно вытягиваться, потому что если мы вытягиваемся, то же самое животик втягиваем, у нас сразу грудь растет, то есть плечи растут, и у нас зажимается верхняя часть. Тут. Это неправильно. То есть мы должны корпус расслабить и просто плечики. И просто назад плечи. Вот. Все, да. Это правильно. Все. Техника. Осанки. Ми моделі. Да. Бачите, вже скоро свою модельну школу будемо відкривати під керівництвом Ілони Ярмоленко. Бачите, з двох телеведучих зробили двох моделей. От так. І ми можемо мовчати і нічого не говорити навіть. При этом не забуваємо про емоції. Да. Не влибаємося, просто да. Хочеться скорчити якусь смішну гримасу, але ж не можемо. Так, ну що, Наталі, ми тобі дуже вдячні, давайте далі поговоримо. Слухай, розкажи мені, знаєш що, от що найскладніше для моделі, яка починає? Ну, наприклад, там, як правильно проходити кастинг? Так, ні, кастинг – це потім. Это после какого-то... Если... Это уже когда ты начала, а кастинг да, и потом. Да. Да? Хотя на самом деле каждая модель по-разному. Есть у меня модели, которые буквально полмесяца занимаются, и уже как бы есть результат. Ого. А есть модели, которые занимаются уже год и больше. Ну, как бы еще вытягиваем. Ну, как бы есть еще над чем работать. В чем трудности? Ну, я даже не знаю. У каждой по-разному, на самом деле. Кто-то не умеет правильно дефилировать, нужно выстраивать дефиле, ну, классно позирует, либо же наоборот. То есть классно позирует, но не умеет, ну, как бы, дефилировать, ну, и так далее. То есть у каждого, каждому свои нюансы, каждому свои требования, определенные от меня как педагога. Якщо ми говоримо, повернемось до теми типажності, от все ж таки, так, ну, ми всі знаємо, все одно є таке поняття, як замовлення, як так моделі, от хочуть бачити якийсь певний типаж, так, світові якісь тенденції, так чи інакше вони існують. От зараз, які тренди на обличчя взагалі, там, на типаж? Якщо говорити про фотомодель, просто про подіум, там другі зовсім требування, там більше працюють, як би, рост, работают параметры, да, то есть, ну и плюс самовыражение, фэшн-эмоция, как бы там ничего сложного нет, но если говорить про фотомоделинг, да, то какой типаж? На самом деле типажи разные, смотря какой бренд, да, что от тебя хотят, потому что у меня есть, например, если я рекламирую сумки, да, то там даже не важно типаж, как умение правильно обладать сумочкой в кадре, то есть руки и так далее. Жесты, вот. Ручками это сделать. Очень также портретная съемка, например, бьюти. Там главное, опять-таки, перевоплощение. То есть, потому что я могу как быть и strong face, так и быть baby face, так и быть классика. То есть на самом деле в этом и суть. Да?
Поэтому точных типажей я не могу сказать, что есть вот конкретные сейчас, потому что я смотрю девочек, даже, неважно, альбиносы, рыженькие, да. То есть разные типажи. Але я думаю, що це навпаки в моді, так? Да, тому що да. Це рідкість, так? Це вообще, это очень, очень, да. Потому что если раньше этого не понимали, как это она пришла такая, да? То есть сейчас наоборот, это очень круто. Да. Ну, смотря какая есть цель у заказчика. То есть я не скажу так, потому что я работаю как и для классических, строгих, да, так и для каких-то пин-ап, съемка с улыбкой, да, то есть, ну, здесь главное перевоплощение. Я всем моделям говорю, потому что на собственном опыте это знаю. Слухай, вот. А расскажи про найоригинальнейшую съемку. Яка в тебе была за карьеру? Хороший вопрос. Съемка. Наверное, это для журнала мы снимали Vogue. Угу. Пару лет назад. Это была на Киевском море. Да, съемка на Киевском море. Я была в роли невесты, у меня был жених. И у нас была там фэшн такая съемка, да. К сожалению, всех фотографий нет, потому что это как бы для журнала, там есть определенные критерии, да. Но это да, вот эта съемка мне прям запомнилась. А что взагалі было в ней? Холодно было? Нет, было тепло, но очень ветрено. И это нам помогало как раз-таки, потому что море, да, как раз ветер, это было под вечер, да. И это платье, и у него жакет разлетается, ну то есть классные там кадры, конечно, вот эту съемку, да. А экстремальная какая съемка? Екстремально? Ні, не було. Походу, ні. Ні. Щаслива модель, слухайте. Так, в мене, знаєш, суто чоловіче питання. От у мене зараз навіть режисери підказують, як з тобою знайомляться чоловіки? Найоригінальніший такий підкат. Найоригінальніший підкат? О, то тут взагалі мільйони я можу назвати. Ну, где знакомиться? В основном это соцсети, поскольку я сейчас не провожу время нигде, то есть в том плане, что конкретно клубы, тусовки, у меня нету точного круга друзей, потому что все в основном в работе. Меня можно встретить на улице, где-то, где-то в ресторане, где я обедаю или ужинаю, да, то есть либо по дороге. В основном знакомиться еще по дороге. В основном, да, подходят сзади, пугают очень, потому что я хожу всегда в нож. Такое бывает. Но в основном сейчас через Инстаграм все пытаются, пытаются, да. Ты там типа пишут, а вашей маме зять потрібен? Ой, еще хуже. А. Да. Уровень кнопки. Говори. Да, да, ну в основном так. Ну, взагалі ж є такий стереотип, так, якщо модель, значить дівчина має, знає собі ціну, так, да, взагалі висока самооцінка, на самом і дуже деле, важко. На самом деле, лично у мене не висока самооцінка, тому що, якщо смотреть мої фотографії, яка я вживую, да, то, как бы, здесь абсолютно разные принципы, тому що є дуже багато даже моїх знайомих, які думали, що, боже, я думав, ти така, ну, как бы... Да. Тобто на фото емоцію ти видаєш таку. На фото просто у мене образ. Так. Вот. Я серйозна, в основному у мене серйозні зйомки бувають там, де я улыбаюсь, ну, в основному, да, это, то есть, типажные. Вот. І поэтому определённый момент такое, ну, в жизни на самом деле я другая. Вот. Ну, в житті ти досить проста та приємна. Да, такая. Такая посміятися обычная. Можна. Абсолютно не стерва, як на фотографіях. Да, поэтому это такой миф. В моём случае это миф. Что? Что так? Слухай, як ти вибираєш собі учнів? У тебе є якісь певні критерії відбору? Що если ось... мой курс, вот, который я запустила, то нет. Смотря, если есть цель. Потому что я преподаю, преподаю как и просто детям. Ну, вот у меня есть дети от 5 лет. Также средняя группа и старшая группа – это H-модели, возрастные модели. То есть женщины, которые... Есть женщины, которые хотят стать моделями. Да, то есть мы уже занимаемся более проф. Да. А взагалі замовлення є на H-модели, да. Так? На жінок, да. Які... Особенно это реклама, ці. Особенно это какие-то актерские способности. Потому что H-модели тоже, то-то там очень важно перевоплощаться. Прям уметь улыбаться, уметь играть. Вот с этим ну, я... мы знаем вот так маму Илона Маска, так? Да. Яка стала, ну, взагалі супер-мега-моделю. Да, если это детки, там даже не нужно перевоплощаться. Там главное уметь позировать, уметь себя преподнести. То есть там уже немножко меньше требований идут, потому что это детки, да? Средняя категория у них... свої требування. Вот. Поэтому так. Так. Ну, все, мені здається, все зрозуміло. Все? Ми так? З Катею стали моделями. Так. Я нагадую вам, шановні, що у нас у студії була Ілона Ярмоленко, модель та викладач моделінгу, правильно? Моделінг. Так, да, так. Да, да. Угу, так.
ефірах буває весело, буває інформативно, а буває гаряче та ніколи не буде нудно. Хочете знати більше? Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». І особливо, щоб не пропустити, вмикайте дзвіночок. Це є запорука оперативності.